Через две недели в Женеве начнется ежегодный автосалон, поэтому мировая автопромышленность затихла перед бурей новостей. А напряжение в информационном пространстве поддерживается тизерами и набросками будущих моделей. Одной из ожидаемых новинок будет Kia Sorento, и кое-что мы о нем уже знаем. Aston Martin рассекретил открытую версию модели Vantage, а Ford продолжает улучшать свой GT, хотя ограниченный тираж уже распродан. Готовится к обновлению и Volkswagen Teramont, а рестайлинговый Chrysler Pacifica обрел полноприводную модификацию. Россия же отсчитывает дни до премьеры модернизированного седана Hyundai Solaris. Но для начала, по традиции, новости спорта и телевидения. На российские экраны вышел первый анимационный сериал об автогонках. Создатели мультфильма «Супер Ралли» черпали вдохновение в реальной жизни. Однажды наша такая команда продюсеров Никита Михалков, Леонид Верещагин и я, Александр Митрошенков, встретились с Борисом Мартенбергом, и он просто нам несколько часов рассказывал о гонках. Он тогда нас пригласил приехать на гонки в Лиман. Мы увидели этот дрожащие машины, этот звук, этот рев, гонщики, в которые падает эта усталость. Конечно, показалось, что это настоящая драма, настоящее приключение. Так родилась идея создать такой анимационный сериал. Персонажи сериала – это 12 автомобилей, а в главной роли нетрудно узнать российский лимановский прототип БР-1 команды SMP Racing, которая не случайно помогала продюсерам мультфильма. Ведь большинство великих гонщиков пришли в спорт в 6-7 лет. Программа, она сейчас практически во всех уголках нашей страны. И чем больше детей там выезжают на российских чемпионатах, они попадают, мы видим, как быстрее попадают к нам в программу. Они видят того же Сироткина, того же Петрова, Алешина, видят ребят, которые молодые, но они едут быстро, что у них есть перспектива с картинга попасть, также Сироткин уже попал в Формулу-1. Сергей Сироткин только что вместе с SMP Racing открыл в Москве Академию картинга. Лично окунулся в атмосферу детского автоспорта и с интересом посмотрел новый мультфильм. Это у нас прям как такой хороший стартовый толчок, который именно тот, который формирует интерес в принципе у детей к автоспорту. Есть такие структуры, которые готовы сделать все, чтобы действительно дать ребенку профессиональное спортивное, автоспортивное воспитание в этой области. Первый сезон сериала «Супер Ралли» уже готов. 24 шестиминутные серии научат ребят дружить, быть честными, работать в команде и никогда не сдаваться. В семействе спорткара Aston Martin Vantage появился родстер. Как уверяют британцы, у него самый быстрый механизм трансформации крыши. Чтобы убрать или поднять мягкий верх, нужно меньше 7 секунд. Усиленный кузов потяжелел на 60 килограммов, поэтому по динамике открытая версия немного проигрывает закрытому купе. 4-литровый битурбомотор AMG, 8-ступенчатый автомат ZF, электронная блокировка дифференциала и адаптивные амортизаторы остались прежними. А вот задние амортизаторы и система стабилизации были перекалиброваны. Продажи открытых суперкаров начнутся во втором квартале. Притом доплата за мягкую крышу чисто символическая – 3000 евро. Хэтчбэк C3, нынешнее поколение которого нам официально не знакомо, самая продаваемая модель Citroёна. И чтобы не навредить спросу, французы провели крайне мягкий рестайлинг. Подправлен передний бампер, фары стали диодными, а на дверях три пластиковые накладки вместо 5. Выбор вариантов стайлинга расширился втрое. Теперь покупателям доступны 7 цветов кузова, 4 окраски крыши и 4 декор-набора, которые можно сочетать друг с другом. В салоне новые сиденья плюс несколько свежих версий отделки. Выбор моторов не изменился. Европейские дилеры получат новинку летом, но в России модель точно не появится. Правительство России обсуждает новую редакцию кодекса об административных нарушениях. На сей раз поправки предложило Министерство юстиции, которое намерено ввести накопительную систему и за повторные нарушения наказывать жестче. Например, лишать прав за трехкратный непропуск пешехода. А вот отмена так называемого нештрафуемого порога в проекте не прописана. То есть за превышение скорости на 19 км в час наказывать не предполагают. Хотя штрафы вырастут многократно.
Настолько, что новый премьер-министр Михаил Мишустин уже заявил, что предложенные тарифы непосильны для многих россиян. Проект Минюста нашел противников и в самой Думе, поэтому не факт, что все поправки будут утверждены. Например, за накопительную систему наказаний Госдума в первом чтении голосовала еще 4 года назад, и с тех пор законопроект завис на паузе. Самый большой кроссовер Volkswagen известен у нас как Terramont, а вот на родине в США машина называется Volkswagen Atlas. И только что пережила плановый рестайлинг. Фары и решетка радиатора скопированы у короткой версии Atlas Cross Sport, которая появилась у американского Volkswagen прошлой осенью. Теперь внешность обоих Атласов унифицировали. В салоне новый руль, приборы и более современная медиасистема. Кроме того, в базовую версию включена система автоматического торможения. Силовые агрегаты остались прежними, но для двухлитрового турбомотора теперь доступен не только передний, но и полный привод. В России же все Terramont'ы и так полноприводные, поэтому к лету мы ждем только изменений в дизайне. Рестайлинговый минивэн Chrysler Pacifica получил версию с полным приводом. На задние колеса момент передает многодисковая муфта, которая замыкается, даже если водитель просто включил стеклоочиститель. Версия 4x4 имеет увеличенный дорожный просвет и перенастроенную подвеску. Вдобавок, рестайлинг принес Pacifica новую оптику спереди и сзади, а также продвинутый развлекательный комплекс. А еще Chrysler внедрил новую топ-версию под названием Pinnacle, сиденье которой обито натуральной кожей Napa. На американский рынок свежая версия минивэна придет примерно через полгода, а позже появится и в России. Марка Hyundai раскрыла второе поколение кроссовера Крета. Правда, пока машину выводят только на рынок Индии. Сюрприза не случилось. Индийская Крета оказалась клоном китайского паркетника Hyundai AX25, но с другой решеткой радиатора. Индийская пресса обещает, что отличаться должен и салон, но пока интерьер Креты остался не раскрытым. Гамма двигателей заточена под местную публику. Это классический атмосферник, а также пара турбомоторов — бензиновый и дизельный. Полного привода нет вообще. В Индии паркетники хорошо продаются и с двумя ведущими колесами. Зато такие машины стоят дешевле. О российских перспективах новой Креты говорить рано. У нас еще только готовится рестайлинг первого поколения. Значит, второе придет только через 2-3 года. Нынешнее поколение Соляриса выпускается уже 3 года и все еще популярно среди россиян, однако статус бестселлера у седана увела Крета. О том, что обновление модели запланировано на начало 2020-го, было известно давно. Неясно было лишь, каким будет обновленный Солярис. Прошлой осенью в Китае пережил рестайлинг близнец нашего седана Hyundai Verna. Китайская модель сильно изменилась внешне и отличается низким носом капота, трехмерной решеткой радиатора и большими светодиодными фарами. Сзади появились другие фонари, а в салоне — виртуальная панель приборов и крупный экран медиасистемы. Однако российский Солярис оказался скромнее. Судя по первым официальным фотографиям, перерисованы бамперы, решетка, а оптика, похоже, стала диодной. Оформление салона в целом прежнее, но над передней панелью немного возвышается увеличенный тачскрин. Другие подробности будут раскрыты 18 февраля на полноценной презентации в Санкт-Петербурге. В преддверии дебюта нового Sorento марка Kia опубликовала несколько скетчей-тизеров. По ним мы знаем, что Sorento получит виртуальные приборы, широкоформатный экран медиасистемы, вертикальные дефлекторы вентиляции, а управление коробкой автоматом переведут на вращающуюся шайбу. А вот разглядывать тизеры, пытаясь угадать дизайн кузова, не имеет смысла. Фотошпионы отсняли новинку без камуфляжа со всех ракурсов. Информацию о двигателях раздобыл ресурс Korean Car Blog. Уверяют, что под капотом пропишутся знакомые по сонате атмосферники объемом 2,5 литра, которые работают в паре с автоматом или механикой, турбомотор 1.6, работающий с автоматом, а турбодизелю будет положен робот с двумя сцеплениями. Официальные данные мы узнаем уже совсем скоро, в Женеве 3 марта.